русский, курва? Because I hate Russians. Why? Because your friend Mario русский. I'm from Russia. I'm Putin, ебаный. Путин-сан. Путин, ебаный, ебал в яме, дупе в рот. Да, диалог состоялся. Всем привет, с вами Азес, и это уже пятый выпуск, блядь. Это же пятый выпуск, да, ну нахуй. Ладно, хуй с ним. Короче, в общем, пока я стою в ФК, решил немного размять ваши уши. Короче, приятного просмотра, идите. Макарена. Макарена. Mario, it's you. Сейчас немного хардкора добавим. Hi guys. Hi guys. Go second middle, guys. Шок, да, но в принципе все было как обычно. Первый слипер раунд, мой им. Мои тиммейты, первая пистолеточка, как обычно. Let's eco, guys. Ну, как вы поняли, в принципе, все почти закупились. Ну и я взял Зевса и, в принципе, дал неплохой фраг. Изи! Далее, как обычно, пошел умер. Из-за армора, естественно. Но все же я сделал свой вклад в этот раунд, и мы его выиграли. Но для развлечения команды, чтобы не падали духом, нужно было что-то придумать. Guys, you know, русский скурва. Why русский курва? Because I hate Russians. Why? Because your friend Mario русский. I'm from Russia. I'm Putin, ебаный. Путин-сан. Путин ебаный, ебал в яме, дупе в рот. Да, диалог состоялся. Дальше все как обычно. Мы выходили на А, и моя кривая рука сдавала о себе знать. Так, а почему видео-то остановилось? А, ну то я же опять хаешку кривую кинул. Сори, сори, гайд. Сука, блядь. Дальше, как обычно, безбашенные зажимы. Мощные хаешки. Но, как вы поняли, все удалось. Так, надо... А, спасибо, спасибо за вижен, спасибо. Ублюдок. Пока мои тиммейты пичо не блокуй. Пичо не блокуй! Тайминг, пичо. Я аккуратно перетягивался в опарк. И догонял ублюдок, одного ублюдка. Иди сюда, говно собачье. И догнал. Пока мои тиммейты кидались флешками. Курво. Мои хаешки залетали куда нужно. Потом снова погони в апартах. Ну и как обычно, ублюдок. Сдох. Ублюдок. Но все же мы выиграли этот раунд и сравняли счет. Сука, блядь. Но далее вы, как подозреваете, игра за КТ, пистолеточка, первое убийство, первые промахи, смерть. Ну да, не повезло. Ну, как обычно, всираем пистолетку. На next раунд мы форсанули и проебали опять. Кур, тупича. Мистер Бицепс, камон. Не хотят, чтобы я пошел? Я лучше сделаю такой фраг. Опа. Блядь, курицу убили. Счет 7-11, надо было что-то делать. И вот я даю один фраг и иду на Б на клатч. Начинаю зажимать как бог. Потом еще разок. Ну а потом уже даю пизды. Yeah, good job, guys. В следующем раунде также была какая-то заварушечка на Б. Я кинул священный огонь. Пришли бабосики. И дальше пошел в атаку. Dark Last. Good job. Раздефьюзил и попытался убить курочку. Блять, но у меня нихуя не получилось.
Там ракашка. А, блин. Why are you shooting me, bro? Sorry, man. Закинул на миде. Огонек. Начал зажимать. И взял в руки хаешку. Блять. Опять я взял хаешку в руки. Мне нельзя эти вещи давать. И что ж я сделал? Конечно, бросил себе под ноги. Даже желтый оценил. Ну а дальше. А что дальше? Дальше я был полностью ослеплен и получил пизды. Что, блядь? Что? Ну это ладно. Дальше я выбил плат. Мы ждали последнего. А, в итоге он сдыхает и. Мы сравняли 11-1. Нихуя себе. Следующий раунд был веселый. Мы, как обычно, задефили. Вроде как. Я умираю в спину, блять. Каким-то образом, не знаю, наш идет по спидвею. И, ну, тем не менее, мы все равно выигрываем. Главное же победа. А на этом раунде 12-11. Да, я пытаюсь сейвить девайсы. Ага. Беру АВП. Даю минусы. И как обычно. Ебаный Валф. Все же мы не унывали. Шансы на победу были. 12-12 как-никак. Я даже сделал вклад в выигрыш игры. Дал минус один. Именно второй ублюдок. Далее мы прожали паузу, и ребятки немного стали развлекаться. Suck my dick. What is dick? What is dick? That's your pee-pee. Pee-pee? Yeah. Pee-pee. Pee-pee in S. Pee-pee. Нет, it's pee-pee. Hey, Green. Can you hear me? Pee-pee? Put in us, yes? Pee-pee. Нет, it's pee-pee. Pipi put in us. Yes, yes, yes. It's green. Pipi put in us. Hey, kurva. What the fuck? Блять, что сейчас произошло просто? Это пиздец. Сука, блять. Но все же мы еще пока что не выиграли. Надо тащить. Банан, капочки. Don't pick. Блять, нам было. Ага, тут уже. Он будет фейковать по-любому. Прочитано. Nice, good job. Open, on banana, take open. Pick me, bro. Хороший. Да, я опять не доиграл. Этот парень просто выиграл раунд. Он просто перестрелял всех. Естественно, последний этот клатч просто не вытянул. Берто. Да. Курва. Ну, nice try. It's okay. Копец. Копец из пиздец, guys. Need win. Fuck, please. The gold, Mario. Копец из пиздец. Yeah. Да, я даже ничего не подозревал в этом моменте, что сейчас будет. Ты курва. Чё, блядь? Как я умер? Блять, да вы посмотрите просто. Я стою, блять, я рядом с нахуй с бойлером. Как я умер? Ну, естественно, этот раунд мы проиграли. Копец, you noob. Релакс, guys. Релакс, бро. Чил. Ну и как обычно, после всех смехов бывает такое. Ладшорт, guys. Блять, я не доиграл. Мы могли этот раунд взять. На этот раунд мы проебали. 15, блять, 14. Твою мать.
Найс, бро. Майга. Ну хотя бы на этом раунде минус авапер уже был. Yes, yes, yes. Mario, oh my god. Но я пока пытался выигрывать раунд. А, тактика бомжа. Блять, прокатило. Блять, надо пробовать брать девайс и идти. Да ёб. Да твою твою мать, блять. Знаю, где последний противник. К сожалению, мне не удалось это сделать. Lost beat half HP. Бля. Мы проиграли такую красивую игру. Пиздец, это было очень обидно. Но на самом деле, без опыта не будет никакого уровня. Пересматривая свои действия, то ли меня подвели патроны, то ли просто мое движение. Ну, скорее всего, мое движение. Я очень плохо двигаюсь. То ли мой братишка не затащил. В общем, было обидно. Ну что ж, а на этом ролик подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки. Не забудьте оставлять свои комментарии. С вами был Азиз. До скорого. Ну и по традиции я не поленился зайти в лобби и посмотреть, как же я умер в апартах. Блять, ну это просто нереально. Эх, Valve, играешь ты злую шутку с нами.